У матчі з Зорею ювіляром був Марко Девіч, який забив 50-й м'яч за Металіст. У матчі ж попередньому відзначився нарешті Олег Шилаєв своїм першим м'ячем у чемпіонаті за жовто-синіх. З цього приводу ми призначили зустріч. Олег, ты забил гол в ворота Металлурга, он стал для тебя первым в чемпионате Украины за Металлист. Вот какие ощущения были, когда забивал? Ну, конечно, у меня была внутренняя своя радость, и хотя этот гол по большому счету ничего не решал, он был третий и забил в конце игры. И, может быть, я принес радость там болельщикам и сделал победу более крупной. Ну, ты забил с 20 метров. До сели когда-либо забивал с более дальних расстояний? И если да, то, может быть, когда, где? Ну, это в основном были игры за Днепром, когда у меня было несколько дальних ударов, которые приводили к взятию ворот. Поэтому этот гол так не является каким-то самым дальним. Олег, вот если остановиться на последнем матче, на матче с запорожским Металлургом. В первом тайме 0-0, во втором тайме феерическая игра, 3 забитых мяча. Как ты считаешь, почему так и что же все-таки удалось именно во втором тайме? То, что в этом сезоне нам даются матчи на домашней арене очень тяжело с точки зрения результата, это факт. И не так часто мы выиграли в этом сезоне, поэтому эта игра прежде имела значение в психологическом плане. Нам было важно выиграть ее. В недавнем интервью Иван Войтенко сказал, что многому учится вот у старожилов команды, в частности, именно у тебя. Вот лично ты любишь учить молодежь? Только своим примером, словами нет. Потому что тот, кто хочет играть в футбол, тот прежде всего должен его любить и относиться к нему бережно. И то, как относится молодой человек к футболу, так в дальнейшем футбол отнесется к нему. Как я на этом учился. Глядя на старших товарищей. То есть передо мной были как хорошие примеры, так и плохие. Поэтому я выбрал и хорошие примеры. Хотя было столько же много талантливых людей, которые шли не по той дороге. И год-два они сверкали, но потом дальнейшая судьба их заканчивалась очень плачевно. Поэтому примером, да, я обязан показывать твоей работой. Ну, иногда и словом, но добрым словом. Не без каких-то оскорблений или крика. Я считаю, этого не надо, хотя к этому нужно прибегать, если человек не понимает. А так старший человек должен показать только примером, только своей работой, работая больше, чем молодой, заставляя их тянуться к себе. Теперь, если вспомнить недавний матч с Днепром, как ты его оценишь, вот, прежде всего, со стороны, поскольку участие в нем не принимал? То есть твоя бывшая команда, хоть и в далеком прошлом, твоя теперешняя команда, матч интересным будет для тебя? Ну, для меня было, конечно, очень интересно. Когда встречаются две команды, которые ты знаешь изнутри, и тех ребят, с которыми ты общался, там, ну, жил практически одной семьей, конечно, это интересные матчи. Хоть ты играешь в них, хоть смотришь со стороны. Многие болельщики уже ждут и дождутся, когда команда наконец-таки в Лиге чемпионов заиграет. Вот как ты думаешь, игроки, нынешние игроки Металлиста, готовы к уже такому, скажем так, скачку в карьере? Игроки-то готовы, просто это все покажет игра Лиги Чемпионов, тот уровень. И туда-то, по сути дела, ну, не просто попасть. Ну, туда можно попасть, туда реально попасть. Но одно дело туда попасть, а другое дело, как мы там будем выглядеть. Как мы будем играть и что мы покажем там. К этому нужно быть готовым. Ну, а как считаешь, когда все-таки команда будет готова к этому? Любая команда готова к каким-то победам, к каким-то турнирам. И наша не исключение. Металлист к этому готов, но и мы должны, каждый из нас должен отдавать себе отчет, что это совсем другой турнир, и мы должны там утроить свои усилия, и психические силы должны в себе копить. Скажи, часто ты ездишь домой в Днепропетровск, и как тебе бытовые условия в Харькове? Для меня Харьков как бы не чужой город, потому что я после окончания школы я приехал сюда, поступил в институт физкультуры. Поэтому я здесь учился, и мне Харьков очень нравится, и с бытовыми условиями никаких проблем. Тем более база находится практически между Днепром и Харьковом, так если можно сказать. Ну, а если вспомнить вот, непростые отношения между болельщиками Харькова и Днепропетровска, сказывается ли это на
игроков непосредственно в матчах? И какое отношение вот между игроками Днепра и металлисты? Ну, это сказывается на игроках, я думаю, скорее всего, украинского происхождения. Иностранцы, конечно же, не чувствуют той доли принципиальности, которая выпадает на эти встречи. А украинские игроки, которые впитывают в себя все эти издания или газеты, телевидение, которые пишут об этом мире, те, конечно же, знают о противостоянии таком. А иностранцы, конечно же, не отдают себе отчет. Сейчас вот для успешного завершения чемпионата команде нужна такая полная мобилизация. Днепр опять позволил немного оторваться. Вот как ты считаешь, с настроем, с мобилизацией на оставшиеся матчи проблем не будет? Их, я считаю, не было. Но не на каждую игру удается подойти к команде, допустим, какой-то сплоченности, какой-то физической готовности или психологической готовности. Вот из-за этого. А то, что Днепр приблизился, наоборот, это мотивирует еще больше. Там же недалеко и Карпаты. Поэтому я думаю, что у нас проблем не будет с этим. Олег, тебе уже 34. Вот как здоровье, травмы часто беспокоят? Ну, от смысла не говорить. О травмах я не люблю говорить. И это же не передача про здоровье. Что бы ты пожелал болельщикам, фанатам металлиста в оставшихся матчах сезона? И как вот вам легче играть, когда полные трибуны? Ну, конечно, много легче. Но при этом, конечно, у нас больше ответственности, когда больше болельщиков. Ну и я в свою очередь, я не люблю желать болельщикам там терпения, поддерживайте команду в любых ситуациях. Конечно, болельщик имеет право высказать свое мнение. И для этого он ходит на футбол, чтобы выплеснуть эти эмоции. Или хорошие, или плохие. И он вправе от чего-то требовать. Но пусть он это требует более-менее, я скажу, лояльно. Там, без каких-то там оскорблений футболистов. Вот так. Пусть он выражает свои эмоции, ругается по-доброму, я хочу сказать. У футболиста Олега Шилаева есть какой-то девиз или, может быть, суеверие вот, перед выходом на поле? Ну, я думаю, тоже, как каждый любой футболист ответит, что у него есть какие-то свои принципы подготовки к игре или выхода на поле. Поэтому у меня есть такое, я о них не буду говорить в силу своих причин. Ну, у каждого футболиста это есть, поверьте. Все, спасибо. Да, вам спасибо. А тим часом на базі металіста проходять не тільки тренування. У Високому готуються повним ходом до Євро-2012. Яким чином та якими темпами дізнавала знімальна група проєкту «Forza Metal»? Окрім об'єктів в самому Харкові, роботи ведуться і за межами міста. Нещодавно, 22 березня, розпочалось будівництво другої черги учбово-тренувальної бази ФК «Металіст» у селищі Високому. Доля майбутніх котеджів – прийняти та розселити найкращі збірні континенту під час Євро-2012. Об'єкт включатиме 33 додаткових номери – 3 котеджі класу «Люкс», 6 номерів класу «Напівлюкс» і 24 стандартних номери. Усього оновлена тренувальна база, відповідно до вимог УЄФА, матиме 65 номерів. На даний момент йде розробка ґрунта під котловани, працюють екскаватори і укладуємо блоки, вже фундаментні. У нас заліті ленти, залили ленти фундаментні, укладуємо блоки. Ну і підготовительні йдуть роботи далі, армуємо фундаменти, заливаємо під бетонки. На майбутній житловій площі розміром близько 3000 квадратних метрів працюють 28 робітників. Цими днями йде підготовка під будівництво першої секції котеджів. Окрім того, закінчується розчистка прилеглої території. Робота триває, і вже наприкінці року перша та друга черги тренувальної бази повинні скласти єдиний комплекс, який відповідатиме всім вимогам УЄФА. А поки ми тут з вами розмовляємо, ми вже дійшли до останнього матчу у цьому сезоні на ОСК «Металіст». Граємо з «Арсеналом» і йдемо на реконструкцію, тож, як ви розумієте, такий матч пропустити не можна. Це була програма про рідний футбол та єдину команду «Forza Metal». Побачимось!